Кино в Одессе было, есть и будет. Инициатива идет снизу от профессионалов и энтузиастов, для которых кинематограф – жизнь. В январе Одесская киностудия, арт-центр имени Веры Холодной и кинозал «Инотеатр» проведут первый международный детский кинофестиваль «Next». Идея организовать кинофестиваль, да еще детский, в нынешних условиях кажется сказочной. С начала 90-х годов наше государство, похоже, забыло о самом существовании маленького зрителя. Если взрослые фильмы еще иногда снимали, то найти деньги на детские до сих пор задача фантастически трудная. Какие уж там фестивали? И объяснить юному поколению, что в стране кризис, весьма сложно. Да никто и не объясняет. Получается по принципу: кто не хочет, ищет причину, кто хочет – возможность. Организаторы фестиваля возможность нашли. Международный детский кинофестиваль. Со всеми атрибутами серьезного профессионального фестиваля. С конкурсной программой, которые будут входить, да, в основном это фильмы, произведенные зарубежными производителями. Но если мы не будем заботиться о собственных детях сейчас, о их детстве здесь и сейчас, но, наверное, мы будем плохие родители и формировать мировоззрение наших детей. Рождение детского кинофестиваля в Одессе стало возможным благодаря деловому и творческому сотрудничеству киностудии и кинозала «Инотеатр». У нас будет очень насыщенная программа, у нас будет международный конкурс, который состоит из признанных фильмов из различных точек нашей большой планеты. Будет фильм из Австралии, из Аргентины, Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии, Латвии. Будет у нас национальный конкурс. Мы посмотрим всем известный фильм «Иван Сила». Посмотрим замечательный, светлый, добрый музыкальный фильм «Трубач». Помимо этого будут малобюджетные фильмы, снятые в том числе на Одесской киностудии. Нас поддержит в этом проекте «Кинокраина», то есть у нас будет ряд телевизионных новогодних детских программ, которые будут показаны нашим маленьким зрителям. Одесский детский кинофестиваль будет не просто культурным, но и творческим проектом. Юные зрители смогут увидеть киношную жизнь изнутри, попробовать себя в роли актеров и режиссеров. Дети смогут получить мастер-классы. Мастер-классы как актерского мастерства, так и пообщаться с режиссерами. Они смогут увидеть, как происходит речевое звучание фильмов. Они смогут даже немножечко переозвучить любимый мультфильм. Гостей первого международного детского кинофестиваля, маленьких и взрослых, ждут на Одесской киностудии 3 дня с 15 по 17 января. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».